День будет полезным, если вы встречаете его с нами. Доброе утро. Рубрика «По вашим письмам» в эфире. Читаю первый вопрос. Его в наш адрес прислала Елена Александровна. Мои родители делали межевание в садоводстве «Мичуринец» в Кочкино. Прошло уже 3 месяца, а результатов нет. Хотелось бы узнать, в какие сроки должны быть исполнены работы. Елена Александровна, как нам пояснили специалисты, никаким законом максимальные сроки проведения подобных работ не оговорены. Все сроки должны быть прописаны в договоре. При этом работы по межеванию действительно могут потребовать большого количества времени. Сложность и длительность проведения межевания в садах заключается в том, что необходимо собрать и проанализировать все документы, а также урегулировать все спорные вопросы, касающиеся границ земельных участков. После этого необходимо согласовать и утвердить сформированную документацию административных органов. От Валентины вопрос. Моя дочь учится в 10 классе. Вот уже несколько лет у нее не складываются отношения с одним из педагогов. Мне бы хотелось перевести ее на обучение по этому предмету экстерном. Возможно ли это? Валентина, обучение экстерном действительно возможно. Ученик, который обучается экстерном, имеет право воспользоваться 2 часами консультации перед экзаменами. Школьной библиотекой может принимать участие в олимпиадах. Закон об образовании предусматривает такую форму обучения. Называется экстернат. Для того, чтобы перейти на экстернат, необходимо обратиться в образовательное учреждение родителям, написать заявление о переходе на экстернат. Вы можете перейти на экстернат по одному предмету, вы можете выбрать несколько предметов. Напомню наши координаты. Электронная почта utrosobakarifei.ru, телефон 2-630-300, абонент «Утро». Есть вопросы, пишите, будем искать ответ вместе. А пока удачи в делах и отличного настроения. До встречи.